все, оператор, доигралась. Плакал твой борщ красными бурячими слезами. Купили нашу капусту, ёшкин тыкву. Друзья, всем привет, с вами Дискрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, буду говорить быстро, потому что в Одессе холодно. Эх, чтоб рот не замерз, правильно? Эх ты. Ты, по-моему, аж слюной брызжешь. Да мне Марат такое рассказал, оказывается, я знал целую кучу, теперь знаю немножко больше. Ага, борщ есть какой-то интересный. С фаршем. Из баранины, ага, с жареным нутом. Короче, там есть еще мелочи-мелочи, ну и основа нашего украинского борщика замечательного. Короче, приготовим на выходных. Такое вкусное, что... В ресторане. Да, так что приходите. Люди добрые, и будет вам так и счастье. Если вы не знаете куда, ресторан Архимус, Королева 88/1. То место, где висят трусы. Чистые, разные. Так, для настроения. Что, идем быстренько на базар? О, чуть-чуть мадам рукой не ударил. Хотя, что я о себе возомнил? Руки-то у меня нормальные. Что у водителя? И как оно тебе? Что? Ну, вообще. Прекрасно все. Ну и все, что ты молчишь. Не всякую думаешь. Тебя слушаю. Идем. Эх ты, рынды не хватает, будки тоже не хватает. Ну ничего, все есть. Вот мы вчера картошку приготовили. Мама дорогая, я ее обедал, я ее ужинал, я ее и на завтрак ел. С яичком. Короче. А? С яичком уже на завтрак. А что нет? Да, вкуснячая такая, пипец. Ну, Марат молочага, да? Подогреть ее для того, чтобы потом она... Вы там что-то про масло или чего там, шкварок сделали, что я ни разу даже не добавляла тебе ни маслица, это ничего. Это смалец. А, ну смалец. Простите. Слышишь, ты могла бы этой картошечкой себе лицо натирать вот так вот, делать маску-смазку, ага. Сережа. Так, слушай, это наши шкварки лучше китайских улиток работают. Ты знаешь, если это терапия, что по тебе ползают и дрыщут по лицу? Не, не знаешь? Как это? Ну, есть же такое у китайцев, я видел. Да, есть, Сережа. Потом есть, им лет 120, они что молодые все время. О. Доброе утро. Здрасте. Что нам надо, что нам надо? Смотри, какие красавцы. Да ты что? А молодая почем зимой? 35. Блин. Нормально. Почти бесплатно, конечно, но летом дороже. О, помидоры еще длинные есть. Идем до Гриши, узнаем что-нибудь. Замерз Гриша. По-любому он что-то знает. Здрасте, день добрый. Доброе утро. Гриша, салют. Что, как жизнь молодая? Порядок. Почем буряк? Считай, что договорились. Но поторгуемся. Я хотел у тебя спросить, все люди интересуются, какая на жарку картошка, сорт, как называется? Red Lady? Вот а, вот такая вот? Да. Слушай, так это то же самое, что брал Марат, только она была покрупнее. Да, посмотри. Крупнее есть и вот такая вот. И помельче. Ну тебе сейчас не на жарку надо? Катя? Мы же пожарили. Она меня тебя на морозе напоминает. Ты точно у меня Red Lady. Какая часть? Передняя или задняя? Nobody у меня вот такая. Here, just you and clear. I wanna be where you love. Just beauty by my side. La-la-la-la-la. Lady love tonight. А где-то там Red было. Что-то я эти слова не вспомнил. Ладно, хорошая, продастся. Что, мы возьмем у него что-нибудь? Ну, конечно, ну, бери. Давай. Так у тебя и капуста есть? Подожди, даже мы хотели по базару погулять. Ну вот я сейчас все возьмем и шо. И нам же делать больше нечего будет. Почем капуста? Тоже 20. А морква тоже 20? Ты шо, у тебя все бесплатно получается? Еще и без дачи. Ну это же красивчик такое, даже царапать себе не буду, потому что вряд ли я руку себе отмою, да? Царапай. Хороший блэк, сладкий, сладкий. Грызани. Ну подожди, у меня же есть. Слышишь, что ты мне за сексуальные штаны дала, ёшкин ты кот, блин. Я еле нож всунул, теперь еще и высунуть не могу. Понял? У тебя нормальный? Тебе вон уже дали нож. Вот нож. Брат, да я ж все-таки как это, упертый, я ж хочу достать. Что ты портишь свеклу? Это наш буряк. Хорошо. Блин, на кроссовке уронил. Все, это кидай нам прямо. Я же должен посмотреть, чтобы он был не розовый, настоящий такой, чтобы аж губы красились и казан было тяжело отмыть. Дашь мне другие потом штаны, поняла? А я этот позор вырежу. Накидывай, или я сам. Забирай. Так, сколько нам надо на казан на 80 литров? Ой, много. Лучше, чем с протертыми коленками. Хорошо, а эта длинная, она же такая же? Да. Только тоже хорошая, давай ее. Главное, чтоб не... О, вот это я люблю такой размер, елки-палки. Вот где-то есть побольше. Ты витрину все утро выкладывал, а я тебе сейчас за 5 минут ее разнесу. А вот, да, еще вот эту вот хорошую. Все, хватит по-любому. Так, морковочку тоже у Гриши возьмем? Ну, конечно, а сразу же машину сарай. Занесешь. Гори и хата. Да? А картошка же вам тоже нужна?
Да, вот эта крупная белоросса, она больше, она же великолепная. Ты шо, агрегат, лучшая, правильно? Да. Все. Давай, морковь. Тоже вот такая сочная. Ты что, вчера ее выкопал? Да. Че она такая красивая? Катюня? А. Маме сегодня ничего не берем, борщом повезем. Хорошо, Сереж, как скажешь. Так, блин. Надо же тебе такую красивую выложил. Так, на зажарочку, на все дела. И еще пару штук. Хватит. А я не знаю, он знает. А, 20 гривен. А тут все по 20. Хорошие цены. Здрасте. Дальше вот эту белоросу. Прямо без гвоздя. Гвоздь себе оставь. Тут на 155 гривен. Все, это ты важно не будешь у тебя заложено? Давай. Вот тебе наклейка. Сетками 15 на ты прям очередь по-любому попадете, да? А, боже, Катюня, снимай все, чтобы все попали по полной программе на хорошее настроение, да. Циркулируй там, чтобы ничего не забыть. Не, я предлагаю здесь, ты посмотри, что у меня в руках аж прям трещит. Сколько, 1, 2, 3? Я откуда знаю? 3. То есть по базару мы уже не пойдем, да? Все, валим. Что-то другое сейчас снимем. Что, давай 1, 2, 3 качанчика? Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил. Или что же думает, когда ты уже остановишься? И все бендюжники вставали, когда капустой. Когда с капустой он бродил. Да тут что, можно остановиться? Смотри, маленький, уютный. Короче, супермаркет овощей. Да, все по 20. А картопля? А еще и скидку сделает. Картошка 15, ты что? Тратишь наши деньги. Цибулю не берем, у нас есть. Итого 432. Да легко. Агали кошелек. Оператор. Даю, да бабки гони, ты стесняешься. Ты а машину? Я, ну да, ключи есть. А я пока рассчитываюсь. Я хотел сказать, подумал, что я пока расстегиваюсь. Ну давай. И картошку еще? Вот это ты дал, так дал. Ребята, Катюня, и ну и все, смотри, базар сделали. Встречаемся друзья, на старом месте. Друзья, с хорошим настроением. А от всей души с хорошим настроением, да. Гриша такие красавицы. Явился? Не запылился? Да. Скажи мне, что нам вот кроме борща надо? Ой, я мандарин хочу домой. Кстати, чтобы были по-любому. Я вчера Миланию кормил и думаю, блин, хоть бери да шкурку угрызи, больше что нет. Ах, пахнет зимой во рту именно. Да, и сладкая такая уже настоящая. Джунгл-белл. Олени, знаешь, именно? Ого, там очередь такая, смотри. Кать, ты что, первый день... со мной по базару ходишь? Там всегда очередь. А куда у меня, куда мои ноги туда, ведут? Туда. Хочешь мне подарок сделать? Ты меня сбила только что в смысле. Пошли Марат у Вики, Виктории на привозе возьмет баранину. Угу. Сделаем фарш. Нут, поняла? Килограмма полтора. Я не знаю, как это больше называется. Наверное, по-одесски по-любому. Только в Одессе могли такое придумать. Доброе утро. Можно вашу красоту? Здравствуйте. Здрасте. Королева красоты. Ой, боже мой, руками не трогать. Ты шо? Катюня? Слышишь, успокойся, мы просто посмотреть и людям показать. Я только не могу понять, как вы их выращиваете, а большие такие, продаете и опять выращиваете. Сделай доброе... Катенька, сделай доброе дело, пока я не забыл. Мы сейчас уйдем, может, кому интересно. Фиалки Одесса. Ничего, всем видно. А дальше можешь снимать там, что хочешь. Как же кажется только. Ну, посмотрите, какие огромные. Ёбэ-вэ-гэ-да. Ага, спасибо. Спасибо. Да? Ты шо? Кажется, на самом деле, Катюш. У нас теперь столько подоконников. Да? Да, я видела. У нас теперь столько подоконников, что нам по-любому уже, наверное, что-то надо. А фиалку еще не забрали, кстати. Я вот такую хочу кучерявую, Леонтьева вот этого. Да, на голову себе. Ёлки ты палки. Вообще такая неприхотливая. Вот это? Да. Я ее поливаю, когда вижу, что она уже завяла. А ее нельзя в большие горшки сажать? Зачем? Можно, она ну, знаешь, просто... подсаживаешь ее только. Ее можно, да, если есть какие-то... Нам месяц тому назад, может быть, немножко полтора подарили мох. Его вообще поливать не надо. Так мы его, давай, может, заберезем его. Стабилизированный такой, что кошмар.
Два именно красивейших. 10 лет гарантии. Не мыть, не брить, вообще ничего не надо. Катя, надо вот это. Вот это вот очень-очень крутые растения и эпистия. Растут очень. Какие? Вот это вот? Эпистия, да, вот то, что наверху. Посмотри, а что вот это все она, это все она разная такая. Растет очень быстро. Формируешь, как тебе нравится. Слушай, а ну стой. Подъедь поближе, посмотри на эти листики. Ты что, такое ощущение, что ты еще со времен динозавров осталась? Вот смотри, как будто бы вот не настоящее. Видишь вот этот кустик? Ему на самом деле уже много. Ну, не то чтобы много, оно растет очень быстро. Вот этому растению год, там просто 4 куста, поэтому он такой большой. Ну, это вы умеете, Катенька, их так подсаживать один к другому. Да там ничего просто. У меня есть мастер-классы, вы посмотрите, 5 минут потратите и будете... Ребята все в Инстаграм. Вообще в асом. Вот этот кустик уже должен быть большой. Просто мне нравится вот такой формат, когда он стоит на бокале, и видна вот эта ножка. Поэтому я вот эти вот... Такой себе наполовину. Ну, оголенный. Да, деточки, которые он здесь выпускает, я их убираю, просто отщипываю. Слушай, это что это за макарон такой? Я где-то это видел. Это же это... Ракушка-моллюск? Не моллюск, а морского ежа. Побрили? И вот такой вот? Как он свернутый? Ну, это так остается. А, красавец. Скелет, скажем так. Я понял. Вы на неразные. А, Катенька, смотри. Это потом попозже еще приедут атмосферные тиланси, и я из них сделаю вот такие вот медузки с этими ракушками. Очень круто смотрится. Ты что, вы большая молодец, вообще, сюда как в сказку заходишь. Раз в неделю, если не забыли. И достаточно. Да. Растет без грунта, очень красиво тоже смотрится. Катюня, ну ты не просто снимай, еще и запоминай. Вот это вот очень крутая тема. Тут можно еще и вот делать композиции вот из разных оттенков. Тоже три разные подсадил, и все. Даже 4. Будет виться тоже очень красиво. Они переливаются. Ну и плюс оно еще цветет. Мелкими, да, цветочками? Да, да, да. Вон. А ну иди сюда, наедь. Да, ты не видела, ты людям покажи. От того, что ты видела, сейчас же скажу, что ты не видела. Подъедь, давай. Нижняк. Да они тоже есть разных этих самых, есть разных форматов. Вот это вот мини. Это ампельная это, какая-то, да? Или да, она вся цвет все так ампельные. Все так пускает, да? Да, просто вот это... Ага. Не, ну это шерсть, да, такая на ней, да? Прямо прелесть. Пушистая, да. Кстати, коты любят. Да? Погрызть? Нюхать, лизать, а? У меня дома кот кушает. О, они у нас кони, я думаю, им будет полезно. Которую нужно подвешивать. Вы елку как? Ставите? Да, или обязательно ставим. Не, я имею в виду, под потолок подвешиваете или внизу стоите? А мы еще за это не думали. Мы к карнизу дома привязывали. Ну, чтобы коты не свалили всю елку. Мы еще не знаем, где елка стоять будет. Не придумали места. Посмотрим, решим. А мы 3 поставим. Ну, в общем, ну, это такое, что можно подвесить в кашпо. Она, кстати, вот, видишь, спокойно, без света там себе стоит, немножко отражает от стеллажа. Так что вот такой вот формат в метре от окна, можно сделать вот такой красивый крючочек под твой дизайн подойти. И повесить себе, она будет красивыми такими вот косами. Каждая вот эта деточка, она еще будет цвести, это красиво на самом деле. Вот этот укроп мне всегда нравился. Вот этот укроп я только продала, у меня был уже такой роскошный, большой, это вот новенький. Я вот, у меня воспоминания с детства, это когда бабушка Оля гладиолусами торговала, и всегда веточку туда вот этого вот всовывали. Копчика, да. Ага. Слушай, может вообще, ну, его в маленькие фикусы, в гараж их перенесу, в подвал. А дома такие бонсай-бонсай сделай, маленькие карликовые миниатюрные подоконники. Ну, лампы надо проводить, чтобы им светло было. Фу, к вам заходишь ой, сюда, лампы, и я уже забыл, что мы за большом приехали. Все, смотри, очень удобно. Наш штативчик от телефончика вот так вот. И готовы. У меня вот так вот стояла прошлой зимой, просто в этом году еще. Наш штатив от телефона и вот так вот себе. Если это рядышком возле окошка, то это комбинированное у нас получается освещение всего 4, там максимум 5 часов. Если там вообще нету освещения, то на 10 часов включаете. Я сейчас слюну пущу, аж заслушался. Спасибо огромное за консультацию. Спасибо. Ты что-то присмотрела. Мы дальше погнали по базару. Вам хорошего дня. Хорошего дня. И что? Ой, Сережка, замечательно, тепло и уютно. Что ты задом ходишь, как рак? Думала, вот что вот я смогу, а не смогла. Ага. Катя, дай мне ключ. Давай я тебе подаю. Бегом телефон этот. Его нужно пересадить будет? Фиалки в Одессе. Ой-ой-ой. Какая мне шикардос. Нравится. Они у вас все красивые.
Мне вот это вот очень нравится. Давайте. Но она такая, она, ну, по расцветке, ее видишь, больших нету, их сразу разбирают. Она такая прям и розовая, и розовая, белая, и зеленая. Мы можем ее сразу скомбинировать, но они по размеру просто, вот эти темные, по размеру они должны быть одинаковые, чтобы друг друга не приглушать. И пересадить, да? Горшочек. Ага. Я тебе и горшочек. Спасибо большое. Зайдешь ко мне, а я тебе уже подобрала. Ой, ничего себе, спасибо. Хорошо, договорились. Благодарю вас. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Ты где пропала, елки-палки? Там. Мы же вышли вместе, а ты взяла и... Так вышла, Сережка. Не вернулась. Подарки мне дарили. Да? И все-таки посадим? Опа, идут. Ага. Здрасте. А мы же еще баню не построили. Но веник надо по-любому. Да, у меня же там чистота такая. О, ты хотела мандарины, я тебя туда и привел. Да нет, мандарины, ну идем огурцы. Еще походим, потому что ж ты сразу же... Хорошо, давай будем выходить сюда. Елки-палки, возьми хоть что-нибудь. Да. Картошку американскую. И что, у вас, говорят, дешевле, чем у Гриши картошка? Конечно. Гриша, он аферист. Блин, еще тот, елки-палки. Ага. Гриша, тебе привет передают. Ага. Аферист опасный. Слушай, там все. Здравствуйте и вам. Здрасте. Я помимо мандарин еще яблоки хочу. Ну давай возьмем яблоки. Сейчас такой аппетит во рту зимний. Да, это с голодухи после картошки, наверное. Ага. Смотри, вот тут на любой вкус и цвет яблоки. Еще и гутуля. Здравствуйте. А Голден даже не буду спрашивать, почем, потому что знаю, что по 30. И что? Таки набрать немножко. Я себе по 30, а я сейчас по 20 возьму. Любишь? Да? Люблю ее так, что ну ее в баню, да. Все для меня. Она же у меня хорошая. А детям возьми кисленьких. Кисленочка или больчик. А вы накидайте своими ручками, он мне там что... Да Семеренко может, да? Да. Смотри, у тебя по 18 вообще замечательные. Ну Люголь тоже возьми. Ты прям набираешь... Катя, ты что не помнишь, как я яблоки зимой уничтожаю? Хуже летом здоровье, ни одного, хуже. А зимой хочется пакетами. Позеленее которые? Позеленее, да. Любые. Это же не факт, что мы еще здесь остановимся. Мы же пойдем дальше, может быть, что-нибудь еще там возьмем. Может, вот такое яблоко тыква попадется. Все. У нас всего трое, так что... Деток, где весы у вас там? Иду к вам. Да? Ты что, еще и себя посмотрите, так что все будет нормально. Вы завжди затаруетесь моей сестры. Да? Не знаю, где это, но очень приятно. Вот там, наверное. Там мы у всех хороших берем. Тут что, другие бывают, тут все замечательные люди. 33? Сколько я там сказала? Откуда я знаю? 27, по-моему. Если я не ошибаюсь, перевесьте. Давайте, да. Мы можем ведь что-то у Света перевесить, она вам вернет. 27. О! 60. Домовилась. Сдачу сегодня не... О, я понял. Чудеса монтажа. Я вот там то вырезаю, как будто бы у меня бабки. Возьмите, пожалуйста. 60-140 мне вам. Все, дуже дякую. И вам все хорошо. Там много нищий тем там. Приходьте. Все. Спасибо, до свидания. Светочке огромный привет, если мы до нее не дойдем. Потому что мы же бегаем. Ох, и лук заманчивый. Приятного аппетита. Почем эта цибуля всегда интересна? 50. Правильно. Акции не падают на нее. Ты что, вот стабильная, слушай, движимость. То есть недвижимость. Давай, я говорю, вложимся в цибулю. Да мы уже с тобой помидоры с огурцами летом посадили. Вложимся, я говорю, в цибулю, все будет нормально. А как мы вложимся? Ну просто купим, она полежит, подождем, пока будет 100, да нет, полежит, 160. Подождем. Если что, хочешь круги тут наяривать. Нет, пойдем там, что нам надо, нут. Ну так нут это не там, нут это там. А что, мы прям туда пойдем? Больше нигде нету нут? Идем здесь. Может, где-то еще попадется? Как-то сыро, прохладно. Вот там, где... здесь недалеко, идем, я знаю. Ребята, кто здесь? Здрасте. Веники для бани. Сразу по-любому. Сегодня нам что-то все веники рекомендуют. А то, наверное, коллега твоя стоит, сразу вот это вот людям по усам мажет, короче, и ты... Тебе не надо, но ты уже хочешь. А груша? Бесплатно.
Груша бесплатно, поняла? Ну что для вас такое 40 гривен? Ребята, да, согласен. Это самый дешевый товар, который вы видите. Откуда ты знаешь? Ты, это как это? Приехала... Ясновидящий, на тебе 40 гривен, а ты нам груши. Давай. Только бесплатно, да? Согласен, да. Завтра груши. С удовольствием. Тогда давай хотя вот бы дай веник в качестве гарантии. А что ж ты вениками торгуешь, а веников нет? А я веники не торгую. А возьми вот лучше вот такую грушу красивую, яркую. Какую? Ну тебе надо покушать или пофотографироваться? Покушать. Если пофотографироваться, садись рядышком, я тебя с ящиком щелкну. А вот давай полезную, чтобы детям надо было, да. А мне старшему сыну 9, а меньшему 7. Дай бог им здоровья. И вот и вам здоровья. Еще двое будет. Они будут вам благодарны, потому что они сами рвали, сами для вас. Так рвали. Это еще вкуснее. Да. Вот все то же самое, что мы делаем для людей. Катюня, иди сюда, сделай фотографию. Это на самом деле я сказал и не подумал. Просто бесподобно. Замри. Это без химии вам лечит. А я же вижу. Там, когда химия есть, оно же вода на ней не задерживается. Сразу как с гуся, раз, и слетело. Ребята, вы дали 40 гривен, да? А надо вам сколько было дать? На 70. Он добавит. На 70 дали? Да. Дай бог здоровья вашим детям. Давайте меняться купюрами. Смотрите, я вам дам 100. Так вы достай, добейте, не шукайте, пусть детям будет на конфеты. А лучше отдайте мне эти груши и 40 гривен. Правильно? 40 гривен, которые я вам дал. Да. Теперь вот эти вот груши. 100 гривен у вас. И 30 гривен детям на конфеты оставьте. Нет, я вас умоляю, что вы как этот. Так я тоже ненормальный, но детей люблю. Вот. Все, так, хватит. С походом вам. Согласен. Мне будет приятно. Шикардос. Спасибо. Погнали большое. Погнали дальше, да. Хорошего дня. Эй, малышка. Я не про тебя, я про мандарины. Ну давай возьмем какие-то сладкие. С мира, елки-палки. Здрасте. Здрасте. Вот эти сахарок, наверное, самые бесподобные, да? А дети что, с Грузии приехали? Блин. А эти без косточки? Это все без косточки. Это аналог грузинских, только чуть-чуть больше и немножко с Турции. Аналог грузинских будет малышка. Малышка? Катя, я хочу аналог. Да успокойся. О. Шо? Та не шо. Ковер мой принесли. Тебе мало? Бери давай мандарины. Давайте. Давай, наверное, мармелад. Дайте нам немножко кулечек, да. А ты возьми и сахарок, и малышку, и мармеладку. Они по одной цене. Мне кажется, вот... А ты не хочешь? Нет. Катя, аналог. Она, наверное, кисленькая. Ну, хорошо. Пусть берет, что знает. Катя, у меня же интуиция. Ты думаешь? Слышишь, это у тебя оно по-другому называется. А у меня как называется? Деньги. А у меня все бесплатно. Сережа, что ты вот это меряешь? Я по-нормальному, просто я беру за 80, а ты целишься на 100. И что? Как это называется? Давай взвешивай. Ладно, дайте нам еще кулечек, пожалуйста. Под сахарок. Правильно? Нет? Да-да. Так ты же уже спасибо. Взял. Да я взял малышку. Успокойся ты грузить меня. И веник. И веник. Так с этого все и начиналось. Братик, мы заработаем и к тебе еще раз вернемся. Малина. Спасибо. Оп, оп, оп. Вот как в мандаринах можно остановиться? А я понял, только размер пакетика тебя может остановить. Берешь одну, а там еще красивее. Давайте я так вот возьму, чтобы вам было место. А, это туда, это сюда. Все. Ты мне дай денег, чтобы я не позорился. А что ты позориться будешь? Ну, 40 гривен мне тут, я больше, наверное, набрал. Перестань так официально мне вручать деньги. А как надо? Просто дай тихо вот так вот, да. А я, опа, фунь. Хватит мне 400 гривен? Конечно же. Так еще и на волосатой останется. Вот это ты набрала, это твои подороже сделали. Возьми пару киви на остаток. А киви почем? Кать, тут много не хватит. Килограмм. А, и на сдачу киви дайте. Не здесь? Тут не дают. Волосатыми яблоками дают сдачи. Он киви решил взять вместо сдачи. Шарон с Ибицы подъехал. Аска, откуда вы? Сегодня? А, вообще из Одессы? Не-не, я так понял, что... А, где нас искать? Да. И вас. На ютубчике ищите, Одесский Липован. Я да ладно. А где твои дети... Где твои дети груши собирали? Там Вилково, Некрасовка, где, откуда? Измаил? Винница. А, и туда за... А, все, извините. Я понял, что ли, это
И туда липован, да. Но только ты нормальный липован, да, а я пока с бородой не дружу. Но будет борода. Все обязательно. Все. Да будь здоров. Да все? Ну да. Что это красивое? А, я думал, то, что я видел когда-нибудь. Как он называется? Вот сдалека согласись. На инжир похоже. Да какой инжир? А что? На Шри-Ланке. Не знаю, смотри. Мангустин. Ох ты что. Ну это осень во всей красе. Здравствуйте, ребят. А что мы у тебя последний раз брали? Не помню, но очень вкусное было. Груши? А? У него то арбузы, то груши, видишь? Стоит. Салют. И что у тебя прямо, блин, откуда? Вот, по секрету, наклейки уже в Одессе клеят? Да, все, теперь я все знаю в этой жизни. Катя, тебя ждет молекулярная съемка. Прокати аккуратненько этот пот, сотри. Молекулярная съемка? Ты что? Ну да. Да пусть твои руки не дрожат, ты что? Мои руки не дрожат. А ты скажи, чтобы Марат больше не заезжал. Вот это да, вот это да, вот это да. Спасибо за осеннее настроение. Тут прямо именно витамины через экран сейчас люди получают. Ёлки-палки. Смотри, только с этих с хурмы бу-бух в капусту. Нырнул, о, что Скрудж Макдак. Его там вот в перцы вылез. Катюша, помидоры надо, может, нам? А? Ну, не знаю, может, и надо. А перцы какие красивые. Николаевна. А. Пошли. О, подруги твои прилетели. Узнали что-то на базаре? Были раньше мои вороны подруги, ты мне говорила. Сейчас что? Тебя все. Вся дичь тебя любит. Слышишь, надо где-то там, может быть, черри взять у Леночки. Ты ж только что прошла, и вот уже здесь возьми. Давай. Здрасте, а тут по 120. А я знал, что к вам надо идти. Так, здравствуйте. Ты шо? А черри почем? Ну, он же написано 120. 250 на веточках, а то такое, то еще летний, да, остался. Ну что, ты возьмешь немножко у Леночки? Черри. Катя, ну, давай быстрее размораживайся. Давай возьмем две веточки. Стоит вот тут. Все, хорошо, так я знал, что все будет нормально. Ты шо? Тут говоришь, что липованы, и все нормально. Еще и капусту на сдаче дадут. А капуста голубцовая по 35. Так ты тоже, по-моему, а у Гриши 30. Взял. Кого-то телефон звонит. Ой, у меня жука замерзла. Тебя сюда что, подслушивать поставили или что? Или видео снимать? Пусть звонит, все нормально, это же не твое. Вот так нормально. Да, хватит, хватит. Да посмотри, может, тебе что-то еще надо. А что мне еще надо? Ничего мне не надо. Доброе утро. Слышишь? А. Спал человек на базаре, что... Здравствуйте. Здрасте. Столько долго не было. Там у нас переезд просто, мы были переезжали, а сейчас уже вроде бы чуть-чуть... Как это? Почти 70% вещей уже перетрабанили в дом. Немножко можно выдохнуть и опять вернуться. За дело доброе. Вам хорошего дня. Да. Хорошего дня. Погнали. Я говорю, спал ребенок на базаре у хороших людей. Как где-то высоко в горах, а? Воздух чистый, пахнет витаминами. Нет, сегодня хороший воздух, на самом деле. Да ты что, мы ямы сегодня выкопаем? Мы пахали я и видишь? Трактор. А что? Да не зелень, погода. Ты видишь, какая сегодня в Одессе? Ну, чуть-чуть помочила, нормально. У тебя есть резиновые сапоги? Катя, да, именно твоего размера, я тебе их дам. Ты копаешь мне первую яму? Ага. А дальше я? Не вопрос. Это мы, как это, не Яшу хоронить. У нее приехали пионы, вот их надо сажать. Спаси, Господи, Яшу хоронить. Ну, многие же не знают, чего мы ямы эти копать будем. Ты же вчера рассказывал. Катя, YouTube чем хорош? Ага. Что те, что смотрели вчера, вряд ли посмотрят сегодня. И так, то же самое наоборот. Всегда, постоянно. Нет, есть, конечно, костяк наш именно, который нас смотрит завсегда. Вам отдельное спасибо. А люди все время... Какое все здрасте. Оранжевое, посмотри. Что, здрасте. Здравствуйте. Оранжевое? Угу. Красиво, да. Постельная рубрика. Вот все оранжевое. Блин, молочага, дай бог тебе здоровья, спасибо.
Здрасте. Здравствуйте. Чем вы ваши орехи моете? Тут у меня оператор уже второй день спрашивает. Какие красивые, ты посмотри, как. Хорошие. Любовью. Вот, бачь. Возьми себе что-то от листов полезное. Вот. Я взяла. А ты еще то не доела, короче, да. Витамины. Ай, Сережа, Сережа. Ну вот так и есть. Слышь, а базар хороший, как погода сегодня в Одессе, да? Тишина, да. Такой тебе, Миланька. Запивай, бобер. Серьезно? Что тебе снилось вчера? Картошка жареная? Вот она вчера ее. А масло, как она нюхала, ты видела? Угу. Носик засунула в бутылку. И что, боберик? Так, вот там есть нут. Вижу там, где рис, всякие эти штуки. Так, может, мы там пойдем мы туда. Возьмем наш нут, килийский. Как это? Нут килийский. А что ты думаешь, что он где? Высоко в горах в Африке, на Занзибаре? Это, в Гваделупе растет? Как эта гора называется? Мадагаскар. Балда, это остров. В том случае, да, на Мадагаскаре? Нет, ближе. И что ты там маме показываешь? А? Вкусно. Не, ходить пока не надо, ну его в баню. Тебя ничего не смущает, что она в кроссовках летних? Ты не видишь, а я знаю. Кстати, мне этот вопрос уже второй день донимает. У нас есть что одеть потеплее? Найдем, Сережа. Ни твое, ни мамино. Слышишь, что в этом прицепе перец никогда не заканчивается? Он в августе был. В сентябре был. Здравствуйте. Здрасте. У вас 870 грамм, это 65 грамм. А вы что-то в этом я году... Я понял, слышишь, это прицеп самобранка. Да? Никогда у вас перец не выводится. Дай бог, чтобы не заканчивался, если всегда очередь была. Две недельки, к сожалению. Блин, Катя, возьми. Нам на борщ надо, что я тебя спрашиваю? Тем более у меня 40 гривен осталось. Миланька, не уезжай. Марат, правильно я говорю? Какой борщ без перца? Тем более одесский. Камышовский. Не, борщ будем одесский готовить с перца камышовского. А твердючий какой. Слышь, это что, болгары с гахашарами поженились? Получился... А, это подарок Молдовы? Молдова. Спасибо. Поздний, наверное, да? Спасибо за подарки. Катя, вот я бы такой себе на кулончик повесил. Вперед. А что ты? Ближе к елке. 100%. Не, а потом это же как детям в садик делают. Вырезаешь крышечку, туда маслечко. Какое-то полезное. И ходишь, дышишь. Вот так вот приоткрыл чехол, закрыл чехол. Что ж тебе, что ты знаешь, Сережка? Прям сразу чувствуется, что ты многодетный отец. Пятикратный отец, ты что? Другое дело не хитрое. Нет, это даже закрытыми глазами у меня все получается. Ты, наверное, мне поможешь? Да, сейчас. Я же, наверное, все потратил. 200 дайте. Ты я могу только 20 дать. Дай 200. Как придумают борщ с нутом. И с жареным нутом. Марат где-то ел, сказал. Готовила борщ с килькой. С килькой в томате? Да. Ну это мы готовили, у нас есть такой борщ с бичками, да, мы готовили. Тоже бесподобно вкусный. Вот бабушки молодцы какие. Да. Это такой раз и навеяло, и улетел туда опять. Спасибо, до свидания. До свиданечка, до свидания. Спасибо. Здрасте. Что, Сереж? Фу. Там Новым годом все больше и больше пахнет, правильно? Ты что? Как там? Я для них накрыла стол. Перчик, шмерчик и рассол. До свиданечка, спасибо. А как же оно пахнет? Вот не хочется здесь быстро идти, а тихонечко и медленно. А? Вообще вот это вот витает здесь, да? Соленье. Тебе тоже? И мандарины. Это же такое сочетание. Она тебе говорит, что соленый огурец мне не дал. Давай винограда купим хотя бы, мандаринку. Тогда я пойду за огурец договорюсь. А что ж ты молчишь? Что же на печенье без огурца ест? Стой, храня ребенка. Маленький. Да, это нормально. Здрасте. Это же я прошел и одежу ваши огурцы, да? А дайте мне самый маленький. Ага, огурок. Да, это же Миланька, он запищала, она же не просто так. Она когда огурцы видит, даже не видит, а нюхает их, все, у нее проблемы начинаются. И мы их быстренько решаем. Ты огурчик хочешь? Сейчас я огурец в руку. Да. Не, сейчас. Там мать стоит нормально, он отвлекает.
Все, я вам 20 гривен. Это... Спасибо огромное. Спасибочки. Ты что? Ты самый большой организовал? Там вот такие большие. И что? Но она сейчас весь и скушает. Держи. Опача. Это что ж за любовь у тебя такая к огурцам? Свои печенье сразу убрала. Ну, надо распробовать. Дай, папа, начнет, а ты продолжишь, правильно? Давай, давай. Именно бочковые. Дашь еще попробовать? Нет. Ладно, кушай. Сейчас оно рассосет. И будет нормально. Пошли. Пакетик это мой, я тебя потом верну. Слышь, что я как только с рейса вернулся, елки-палки, грудь на распашку. Все-таки ноябрь месяц. Я для всех накрыла стол. Виски, перчики, рассол. А-та-ра-ра-ра-ра-да. О, смотри, вот там, где голуби, нам тудой. То а-а-а. Соя, Катюша. Здрасте. А вы все рецепты рассказываете. Да, все правильно. Да, тут не просто... Опыт. Да, тут не просто купил еще и где ваш нут. Есть нут. Все, килограмма полтора. Ага. Та два уже возьми, что ты эти полтора. Кать, да я хоть два по два возьму. У тебя грошей хватает? Почем вижу сегодня нут? А, вижу, 50. На нут точно хватит. Все, два кило кидайте. Еще и с походом можно. Катенька, у меня к тебе огромная просьба. Давай. Вот сделай красиво по рису, проедься. Смотри, вот это вот Индия. Отсюда. Да? Красиво, да. Именно родина Индира Ганди. На 100 гривен. Джанни Бугетти, Джанни Бугетти. Да. Да, это на плов. Шикарный рис. Да ты шо? Да. Камалина, жасмин, Таиланд. Я из Таиланда песен не знаю, ладно. Разучу потом. Придумай. А вот это наш круглый. Смотри, какой он пузатенький. А вот Килья. Шикарный, красавец. Да ты шо, а это вообще отборный, елки-палки. Тебе не нужно домой на кашу? Вот такой по-любому нужно. Ну вон за 60 возьми, тоже да килия. Успокойся. Сэкономим, а что? Вот ты нам... Ну правильно, ты на тебе хоть давай сэкономим. На твоем маникюре сэкономим. Это святое, Сережа. Ту, елки-палки. А я остальное тебе погрызу. Я беру недорого. Я лучше рис буду показывать. Бери, что тебе надо. Давайте нам... Не, ну это же невозможно. Тут цена манит, здесь красота приятная. Елки-палки. Да надо взять, согласен. Ну это же вообще кошмар. Он такой белый, как мы. Килограмм лучше мы за свежим придем. Он такой вкуснячий. Это моя любимая. О, правильно, правильно. Когда у нее деньги, я на все согласен. Катя, на деньги на все согласен, да? Да. А тут у нас идиллия. Она дает. А мне казалось, а я ж резиновый. Беру везде. И беру, беру и беру. Идиллия, Сережка. А нет, оказывается. Хватает, нет? Да, да, да. Все. Спасибо. Без дачи, да? Да. Все, дуже дякую, ты что, спасибо. А скидок наделали вот этого. Нормально. Миланя, поделись с мадам огурцом. Ну, она же его греет. Ей же и поколупать надо, это же девочка и огурец. Ну, да, оно же не все сразу, да? Спасибо. Спасибо огромное. Вот-вот-вот. Эх ты. Вкуснячий. Ты видишь, она как этот? Раз, лизнула и нормально. Я знаю. Огурец долгоиграющий. Ёлки-палки. Вы что? Да-да-да, расширяем. Хотите вообще вот эту вот часть всю забаррикадировать? Молодцы, правильно. Ёлки-палки. А сзади трусы повесить. Совместить полезное с приятным. Да, да. Что, все нормально, все блестит, все порядочек? Смотри, какие у них шторы красоты. Это домашние, индюшок, все, что желаете. Шторы это что, свадебные? Конечно. Красивые такие. А это фата, обалдеть. Ага. Катюль, я знаю, где от тебя отрезать кусочек. Где? Немножечко, ну вот когда соберемся. Я когда ее куда-нибудь позову, так я ее сначала к вам приведу. Курочку посмотреть. Крыло, ты видишь, какое популярное? Одно осталось. Это от петуха, чтобы ты знала. Да, брат, я хотел сказать, что у нас такие и петухи бывают. 100%. Огромные. Что от них и куры, и ути пищат, и индюки, и думают, где ж ты взялся. Все, крепкого спасибо, здоровья. Спасибо, хорошего дня. Здоровенький был. Здравствуйте. Хозяин Казбека в Одессе и вкусного хлеба. Эх ты.
Привет. Что ты делаешь там, как обычно, что ты нарезаешь? Чесночок чищу. Бери. Потом чтобы у тебя ручки не болели. Смотри. Вот тут точно Новым годом пахнет, понимаешь? Вот это вообще невозможно. Что, Миланя, ты холодца захотела? Да подожди, еще месяц остался. Наварим такого. Еще и ребят угостим. Таня сказала. Что сказала? Что приготовит шубу и печеночный торт и приедет к нам на новоселье. Наша Танюша? Да. Ёшкин ты кот. Ждет приглашение. Ага. Ребята, Молдавия, что хотел спросить, там же по-любому молдаване не смотрят, особенно с Кишинева. Если хотите там печеночный торт, вы такого еще у себя не пробовали. Сдайте Тане квартиру. Вот вам Танин телефон, да, найдите человеку квартиру, где пожить, ей на месяц надо. Скоро будет ехать уже, да. Чтобы не за все деньги мира, но красивую, чистую, аккуратную, чтобы Таня скидку, подходила. А на вам торт печеночный. Да, я слышал, что в Молдавии там еще та печеночка. Братик, крепкого здоровья. Спасибо, хорошего дня. Мы идем туда, что, потому что вот так вот на Кац базара идет, или мы что-то хотим определенно там найти? Мы же все уже купили для счастья. Ну да. А кусочек мы хотели это, голяшки. Зайдем? Да. Я правильно назвала? Говядину? Да. Кать, зови ее как угодно. Что? Зови ее как угодно. А я договорил то, что хотел сказать, что базар сегодня какой, видишь? Какой? Тихий, спокойный. Такой себе, без суеты. Даже не знаю, какой день недели. Я тебе подскажу, среда, Сереженька. Да не обязательно, не в этом счастье, просто... Где эта собачка тявкает? Где-то торгует. Скоро уже гирлянды будем покупать. Ты знаешь, что нам нужна уличная гирлянда хорошая? Ребята, крепкого здоровья, туда даже будет заходить, а то сейчас сразу полчаса будем кофе пить. Все, передай воздушный. Прекрасный. А если там Вова, то крепко жму руку. Одесский уголок. С вкуснейшим кофе. Ой, чуть не упал. Ты что, и чтобы я тебя с канализации потом доставал? Слушай, сегодня такое видео, что хочется аж помолчать. Так помолчи, Сережа. Вот что, да? У тебя бывает, мне ты, вообще и кажется, что, ты и помолчать, здравствуйте. Мне кажется, что я вообще сегодня молчу. Ты заблуждаешься. О, бабы первый раз вижу. Да ты что? Чего? Ах, вот вы какие. Горох интересный, ты понял? Ёлки ты. Марат, у вас есть рецепт с бобами? Да ты такому Марату не говори. Чего? Смотри, да прямо красивые. Сейчас сегодня и готовить начнешь. Сейчас как посмотрит видео, скажет, ты что? Не на того нарвались, я выезжаю. Главное, 7 минут подварить, но 11 часов перед этим ночью обязательно. Ёма, замочить. Стоит. Ты что, на работу устраиваешься? А, в администрацию? Директор. Теперь с тобой на вы. О, здравствуйте вам. Дай повод. Спасибо. Огурец уже второй килограмм доедает. Да. Ты что? Свои люди. Так и да. Хорошего дня вам. До свиданечка. Предлагаю вот так вот зайти кругом. Как? Ладно, идем как идется. Не, думаю, сразу до Жеки сейчас зайдем. Бери вареник, недорого. Не, не хочу. Хочешь пельмень? Ты хочешь? Угощайся. Балованная Галя, вы понимаете? Ёлки-палки. Причем вы пока не подошли, она уже два дернула. А сейчас, а вы подошли, она не обманывай. Та я на видео все видно. Вареночки с картошечкой, свинина, телятинка. Мама дорогая, что вы были здоровы. Попробуйте. Зубочистка в подарок? Да. Раздвигай. Что? Та губы что? Буду тебе сейчас аромат Нет. передавать. О, я уже и так чувствую. Чесночок, лучок, то, что надо. Это же мясо. Жених ты завидный сразу же стал. Лучше бы ты вареник скушал. Вареники с картошкой. Ему уже не поможет. Пошли. Спасибо, спасибо большое. Не, вкуснячий, на самом деле, очень. Боже мой. Купи мне хороший лавашек домой. Такой тоненький. Свежий. Я там в интернете видел, сейчас все нормальные айфоны просят, а ты у меня лаваш? Ты что, вот такая баба? Что хочешь, проси? Сережа, баба, какой? Ну, что ты так отвратительно себя ведешь? Доигралась? Сиди голодная без лаваша. Смотри, она еще балуется, елки-палки. Ты забыла, кто в доме мужик? Че? Да. Выговорился. Любчик мой. Андрюха, салют!
Привет. Ты что, выгнал его? Он там стоит на работу устраивается в администрацию. Мерзнет там директором. Стоит. Катя, идем быстрее. Слушай, а хорошо, когда тут невозможно. Дома колбаска, да, мяско. Чем вот быстрее проходишь, тем больше денег остается. Нет, я тебе говорю, хорошо, когда дома есть такое. Я запеканки хочу. А ну, давай. Мы же хотели мясо и лаваш. Ну что ты как это? Быстренько. И с той стороной уже пойдем. Ну так мы же тогда... Андрюха, мы занимаем очередь с обеих сторон. Запеканка осталась. А есть запеканочка? С этой стороны занята. Нету? Все, а завернешь туда, братья, хорошо? Ну уже и возьму колбаски. Ну раз ты уже подошла, уже сделай людям приятно, покажи, что сулуг у них здесь. Копченый такой, ребята. Это они его специальной крышкой накрывают, чтоб аромат дурмящий вас тут. А хотя даже можно и присесть. Садись. Ноги подкашиваются. Какое вкуснячее. И мне колбаски вот этой, которая... А, у тебя там люди, подожди, да? Подожди, у него там очередь, давай, все будет нормально. Вот директор, когда надо было, чтобы он здесь был, он взял... Катенька, иди сюда, сделай людям предновогоднее настроение. Хотя бы отсюда поснимаю, но это же блестит. Ого, там прямо это очередь, же счастье. Слышишь? А что ты думала? Медленно курицу снимай, медленно. Я же не ем, Сережа. Прелесть. Да ешь ты быстрее даже, чем снимаешь. Ну, снимать-то надо с любовью. Работала уже огурчик, молочага. Сейчас идем тебе лавашек возьмем. Вкусный такой, забалдеешь. Водичку хочешь? А? Вот вкуснятина. Ты там пока покупала, она уже огурец ушатала. Что ты взяла? Половинку брынзочки. Имплантант? Ох, какой приятный. Колбаску. А вот это у них какой вкусный. О, это вообще бесподобное. Чай, кофе не хватает никогда. Так, все, взяли мясо и поехали, да? Ты же хотела, чтобы я тебе что? Сделал приятно. Ты настроился? Идем, я лавашек. А. Маме хочу взять. Ну, я хочу именно лаваш. Грузинский настоящий. Шо-шо? Лаваш, а не лепешку. Мелания, ты тоже хочешь? Все, уже подъезжаем. Горячая выпечка. Прямо из Тбилиси. Тбилиси. Здравствуйте, Бог помощь. Здравствуйте. Ой, сидите, грейтесь, и от вас, как обычно, пахнет. Что вы со мной в тот раз сделали этими пирожками? Какие рада они вкусные. А мы еще больше. Дайте нам, пожалуйста, вкусненький лавашек тоненький. Тоненький вкус. В прошлый раз я давала это. А вот такой, да. Катя его ест, что... Как ваша принцесса? Великолепно, огурец уже съела. И еще мне, пожалуйста, что это было, зелень в тот раз? Вот такие вот, давайте прямо три. На лисейке надо было взять. Возьми вот сосиску в тесте, две штучки. И сосиски в тесте две. Тут такая выпечка, ребята, просто... А! Ура! И в пакетик, да, нам это все дело? Заворачивайте. Ты что, от вас не хочется голову высовывать? Как здесь пахнет? Кофе будете? Любовью. Не, спасибо, спасибо, кофе спасибо. Молоком, давайте, капучино, конечно же. Спасибо. Я буду капучино. Капучино? Да, да, да. Мы угощаем, так что... А ты не будешь? Нет, благодарю. Она не будет, я только буду. Мы смотрим ваши ролики всегда. Да, и все, у нас за хорошее настроение, да, за любовь, за чистоту. Да ты что, сами делаете? Да. Прям и золотая. Сама дочка готовит. Родненькая, спасибо. Мадлуба, брат, я хотел сказать. А как сестра по-грузински будет? Дайко. Мадлуба, дайко. Ты что, это же настоящее. А, чито грито, чито маргарито, да, да. Хорошая? Сахар. Да, полтора. Хорошо. Прям хорошая. Настоящая.
Чтобы они были здоровы. Очень вкусно. Пока именно как в Грузии. Пожалуйста. Дуже дякую, спасибо огромное. Катю, сколько она вам денежек должна? Когда я говорю денег? Да я даю, но так я же не знаю, сколько дать. Там мне дай, мне эта фраза уже... 220. Все, я опять могу дать 20. Прекрасно. А шо ти е? Шо ти свежего пока нету. Понял, все. 220 вам, сейчас 2 секундочки. Миланька, выбирай, шо, аджику ткимали? Все, я понял. Дочка готовит, это малый угощает. Гад, печенье грузинское. Так, ты что, дома с чаем? Спасибо огромное. Спасибо. Сейчас, Миланечка, даю, моя хорошая. На тебе. Я рада вас видеть. Спасибочки. И мы всегда ваши. На. Хорошего дня. Спасибо. Ты что? Катя, что-то у нее тут... Шапку папа пока отрегулирует. И что, успокоилась? Привет. Так и можно жить. Марат, все, готовим настоящий грузинский шашлык. Передайте от нас, передайте. Собирайтесь, Марат. Именно пламенный, брат, от грузинов тебе. Привет. Так что мы его как-нибудь сюда возьмем. Хорошо. Все. И лично по привозу с ним ходить, и лично, да? Приведем. Да, что он все по привозу, да по привозу. Так, ой, за кофе отдельное спасибо. Ты что сейчас в эту погоду? То, что доктор прописал. Все, крепкого здоровья. До скорых встреч. Миланька. Кать. Я стою тут с дочкой, ничего не делаю, ну как кофе пью. Иди до Жени сама купи себе то, что тебе надо, и валим потихонечку домой. Правильно? Правильно. Вот я умею с тобой договариваться, и ты молчишь в это время. Слышу? Катенька. Сейчас во рту такая гармония, вот с тем пельменем, что осталось. И я тебе рекомендую самозасосаться, я тебе говорю. До мая месяца меня помнить будешь. Я именно огненный мужик. Тут видишь уже... На меня уже очередь собирается, одумайся. Пошли! Женщина говорит, огонь. Ой. Пошли уже вместе, а? Ты же не откажешься. Ты что, стесняешься? Думаешь, тебя мясо там закидают? Не, я ничего не думаю. Где я тебе дверь открою? С удовольствием. Заезжай. В одной хавире повезло блатному Ваньке. Удачно он проворотил скачок. Он снял пивную в самом центре Молдаванки. Ты что, вообще выходной не бываешь? Я думал, сегодня приду, тебя не будет, сделаю девочкам кассу. Вот это ты даешь. Здрасте. Наташа, здрасте. Ты что? А что у тебя и без очереди? Здорово. Да не, мы пришли на всем известную твою голяшку. Точнее, не твою, а коровью. Говяжью, да. Сделай Кате кусочек один приятный. Варить будешь, Катюш, туши? Варить, варить. Я даю бедреночку. Все. Хватит? Да, наверное, да. А что нет? Хватит. Хватит, пусть, да? Пусть худеет. Почем копыта, Жень? Копыта 150. Блин, хаш. Ой, хаш. Ну не за горами, не за горами. Артура пригласим. Да, мы тебе позвоним, а ты будешь там коллекционировать. Смотри, если звонить так на субботу, что? Перед субботой. В пятницу делать заказ именно на копыта. Именно на копыта, да, потому что это все, они всегда, да, их на прилавке не увидишь, да. Добрый. Сереж, тебе хватит одной? Что, я даже не буду спрашивать, почем цены. Цены, как в том видео, ничего не поменялось. Почем говядина? 250, 260, 160, 220, 200. Ага. Шейка 200, баранинка 250, 280. Ты что? Свининка 220, шея 260. Ну и сальце? 200, вот такое шикарное 200. Ребята, берешь такое шикарное сало, уши в подарок. Ну да. Без пирсинга. Договоритесь. Все, а языки эти почем чищенные? Ох, ты их намыл. Или что это корова, только молоко сосала, елки-палки? Просто свежий молодой язык. Хороший, блин. Красавец. Ты что, а ну переверни. Вот так вот, смотри. Елки-палки. Так это ж туфля, ты понимаешь? Размер 43,5. Шикарный вид. Все. Сколько денег нам? Давайте 200 гривен. Ага. О, и печеночка есть. У нас уже появились... Мешочки для настоящего бахшплова. Короче, который в мешаках готовится, понял? Там, ой, печенку. Тогда готовили вот это? Да, только мы его готовили без мешков. А этому рецепту 2000 лет, получается, в мешки набираешь, там сырой рис, печеночка. Специальные мешки, специальные. У нас не было, поэтому не готовили. Сейчас уже нам Алина пошила мешки, сделала. Так что, ребята, рецепт за нами не заржавеет. Катенька, что, закончился хлеб у нее? Не знаю. Вот как его Грузия убаюкивает, а? Так, я рассчитываюсь, певец. Много... Ты хорошо поел, ты знаешь.
Да? Да? Сколько? 6 килограмм? 6 килограмм? Мы давно не взвешивались. А лицо еще 2 килограмма, наверное, ушло. А? Не кормит она меня. Знаешь, как она меня своими этими пионами мучает? Да. Та устала огород перекапывать. Бабки мне. Бабки тебе? Да. Я ж похудел, мне же надо поправляться. Так, нас взяли, все, крепкого здоровья. Спасибо огромное. Все, мы уже выходим. Прямо отсюда? Друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас. Что ты покупал на больше? Мы точно все взяли? Да, бла-бла-бла-бла-бла и нут. Угу. Все, так что ждем вас в следующем видео. Это будет таки что-то, по-любому. Вот век на лодке не кататься. Все, всех любим и обнимаем, с приветом из Одессы. Пока-пока. Чао. Просто губами. Оно очень-очень-очень вкусное. Наготовил так нормально и отправил. Ну ты его варишь, у тебя время дольше, а здесь все происходит на мгновение. Только бам-бам-бам и все, кушаешь губами. Сало шедевр, так что афганский казан рулит. Что мы готовили? А, шурпу какую из дичи мы приготовили. Эх ты, я уже забыл. А, у нас скоро юбилей, Кать. Какой? Еще пару немножко и будет 1000 видео на канале. 1000 раз ты брала телефон в руки, и я говорил людям, а все души с хорошим настроением, друзьяки. А сколько раз поругались и не сняли? Тобы. Фотографироваться будем? Да. О, свинку с дома, блин, а мы на субботу уже только что набрали. Ничего. Ребята, кому надо домашняя свинка, к Наташе именно в эту субботу. Время с какого часа очередь занимать? С 8 утра, чтобы были здесь, да. Можешь прийти в 7:30, бахнуть кофейку и стоять здесь. Домашняя, не каждый день такое случается. Угу. С родословной. А где она живет? Ой, блин, за эту же область легенды ходят. Что там? Ты что? Грибы, трюфеля ест, елки эти палки. А я думаю, что в Одессе трюфелей нет, во Франции есть. Все. Катюша, ты успокойся уже снимать, у меня руки не хватает. Или кофе попей, или ребенка покорми. Была бы у папы грудь, я бы с мамой твоей реже бы разговаривал. Я говорю, помоги, я говорю, выруби. Забери у меня фильмоскоп. Оператор.